Всем привет, ребят! Ну что, сегодня на русском сервере коллекционер. Я уже не ролил с утра. Сейчас попробую вечером заролить. Много заявочек. Буду ролить сейчас. Кто попросил? Так, что у нас сегодня? Трата, как обычно. Ничего интересного. Ну, такое. Окей, поехали посмотрим на коллекционера. Ну, если сравнивать с английским сервером, тут даже сравнивать нечего. На английском сервере коллекционер я уже не раз показывал. Сделаю погромче немножко. На английском сервере там либо книжки, либо кулаки дают нормально, причем либо слизни. Ну, у нас, вы видите, что у нас дают за зеленых и синих героев? Ни о чем вообще. Дальше 20 осколков космо. Ну, как вариант из ворот. Ну, такое за 15 слизней. Конечно, если выбить оккультиста, плюхи неплохие. Восьмые эмблемы и 5 камней могли бы и десятку уже дать. Так, окей. У нас 800. А, в принципе, мы там сейчас увидим. Тритонище нам падает. Вот так вот просто изи с первой тычки, ребятушки, и сразу же имба падает. Читерный аккаунт. Ара. И мера, ничего себе, рибит. Да ну нафиг. 5 лех подряд. Шестая. Нифигово тогда, ребятушки. Сейчас посмотрим, как слизни нам упадут. Влад Дракула. Космо. Это просто жесть. Надо было на чем-то аккаунте первым ролить, не ролить себе. Мне эти герои все не нужны. Но это просто аут. С самого начала какие падают герои. Это просто аут, ребят. Это жесть. Паладин. Влад Дракула. Что там у нас уже получилось? 4 слизня всего лишь собрали. 4 слизня. Это вообще печаль. Рыцарь. Имка. Ворожей, ну смотрите, неплохо. Ну хотя ворожей уже всем раздали. Но все равно, суккуб. Свалин. Это, ребят, 27к всего, а каких мы им... Это просто аут. 28к, и мы уже выбили свалина. Это просто аут, как герои падают круто. Жестко, реально жестко. Фрэнки. Жесть, ребят, посмотрите. 9-15. У нас есть второй оккультист. Еще один Фрэнки. Не, что-то явно они подкрутили. Рыцарь тьмы. Дед Мороз. Смерть. Ну, рандомчик. Бог грома. Только сказали, ну рандомчик, сразу начал давать. Ну рандомчик. Не буду говорить, кто ты в рифму. Сердцеедка. Душегуб. Ведьма. Просто изи, ребят. Ну чё там, 50к вложимся или нет? Капитан Дрейк. Паладин. Один слизняк остался. Медуза. Трифит. Нифига себе. Ебой. Итого. Вложились или нет? 48 тысяч, ребят. 48к. Ну, зато каких я имба героев вытащил. Фрея. Космо. Свален, блин. Окулист. Просто жесть. Нереально круто.
Вот так вот, фуловый коллекционер меньше, чем за 50к. Читерство. Это называется, ребятушки, читерство. Я надеюсь, что также будет сейчас падать на аккаунтах подписчиков. Потому что я сейчас начну вам ролить. Надеемся, надеемся на это. Что-то у меня тут какие-то плюхи остались. Это самое. Ну давай, Ремка. Не, не дал. Ну, гнев, в принципе, тоже довольно-таки неплохо. Грубая сила пойдет, железка топ. Пакт топ и дар жизни. В принципе, неплохо. Я давно уже на этом аккаунте ничего такого не открывал. Надо пооткрывать. Специальная карта героя раритет, ребятушки. Давайте ремку либо водушку. Конечно. Ну, кстати, я таки не открыл. Как думаете, кого вытащим? Неплохо, 24 часа можно попользоваться. Так, Валин. Блин, ну я что могу сказать? Это все прикольненько. Сундук форта. Форты я проспал. Кстати, надо будет как-то начать водить сардельку на лаву. Так, что мы там, все плюшки позабирали? 5 камней, 20 осколков космо. Ну, из ворот. Ну, не знаю, в принципе, неплохая эмблемка. В общем, вот так вот, ребятушки. Пишите комменты, ставьте лайки. Ждите видосиков. Всем удачи, всем пока.